тысячу рублей. Я купил сегодня, что ли? Нет, 2 дня назад колонку если купил. 1000 рублей дали новые блогеры, бабы и мужи. Да, да. А что это? Я себе колонку купил маленькую за 1000. Там радио есть. Флешка, у тебя есть флешка, Саня? Левая, короче, только с песнями. Посмотрю, что-то ну, там пожалуйста. Есть. Пожалуйста. Да. Я посмотрю, я точно не обещаю. Там какие-то что-то есть у меня, но не знаю. Да мне поебать, главное, хоть 6 песен, хоть 7. Хотя бы около 10 песен, чтобы они. Ну, там... закачаю. Я, главное, чтобы флешка была. Закачать-то недолго. Да, флешка. У тебя, у меня что и спрашиваю. Ну что, как ты ночевал сегодня? Там под платформой? Да, я не. А что там? Осталось? Отопление у тебя не отключили там? Отопление только, когда выходит солнышко. А, выход у тебя там открыли, да? Новый, я смотрю. Да. А я один через забор лазил. Через забор. А. Ну что, ты сегодня уже похмелился? Не, у меня есть. Черного-то поздравил с днем рождения? Да, как налил. А, даже налил ему? Да. А что ж он такой этот, всю ночь не спал, что ли? Че он да спит? Да нет, плохо, он дебил, потому что садит. Надо спать не на бетоне, они все на бетоне спят. Я-то, блядь, у меня 3 матраса, 3 одеяла. Куртка замшевая. 2 подушки. Куртка меховая. Портсигар. Да. Серебряный. И все ворованное. Все ворованное? Ну, а как еще без этого? Хулиган, да. Я пришел в магазин «Пятерочку». Поднерочку на помойку. Ага. Я помойки называю пятерочку. Ну, раньше ведь как называли? Пятерочка, пойдем копейку сходим. Помойки. На помойку зашли, там и покушать, и одеяло, и переодеться. Вчера я переоделся. Ага, майку нашел. 2. Я понял. Зато не хоть, извини. Чистый, постиранный. Угу. Надо о себе думать. Правильно? Ну, конечно. О себе не думай. Это а черный, что? Вот так. Да что ты коширишься, блядь? Иди на помойку, блядь. Пару футболов подними, да и все. Ну, да. Я его поднял, дойный коров. Угу. Ну, видишь, чистихоногих скинул. Угу. А сейчас себя ножка хорошо чувствовала. Ну а с работой чего у тебя? А, в палатках работать? Вечером работаю, вечер. Только вечер. Я через сутки отдыхаю, сутки работаю. Вот. Сегодня... Мне на карту только говорю, только скинули 1000 рублей. Но эти новенькие, когда снимали, муж, жена. Одна страна какая-то. Что я ни разу не видел, кто это. А я тоже. Я, они ноги меня поймали на рынке, радиорынке. Когда делать нехуй мне, я на лавочку сяду, они ходят сидят, как этот блогер зовут. Ну, тоже все стойкие. Они так же ходят. И снимают. Мне тогда 300 даже. А я попросил, мне переведите люди на карту денег, телефон. А я вместо телефона купил колонку. А что, колонка лучше там 2 канала ловит. А канал. У тебя же был телефон, потерял? Не, я его разбил за минуту. Они меня заебали. Телефон есть, я перед ними. Он там сидел. И разъебал. Да. Сейчас съемки кончатся, я уйду. Он меня заснимет. Командир, я не хулиганю ничего. Чай пью. О, чай. И уйду. На работу. Все хорошо. А у тебя что 3 камеры? Или чего 3? 3 камеры. Телефона столько нет, как у тебя. Один большой посередине.
Чтоб тебя было видно хорошо, да, Саня? А у него 4. У него 4. Ну а сегодня, да. Сегодня никого не было из блогеров? А я жду. Кого? Вот эти новенькие блогеры. Да, это какие-то залетные были, видимо. Не, они, Саш, они снимают только по северу. Север, знаешь, где он? Ну, да. Это Савёвский, Бутырский. И, ну, здесь, короче. Я им сказал, приезжайте ко мне сюда, на Совок. Под платформу их пригласили. О, точно. Твои слова. Они мне больше скинут. Вот 1000 скинут. У меня освещения нет, надо освещение. А у тебя да, тебе да. Освещение приобрести и прийти к тебе в гости туда. А ты у меня был? Да был, конечно. А что тогда у тебя 100 раз. На телефоне ведь было вроде что-то? Снимало, да, но там темно, ничего не видно. Нет, и что там у тебя было, там свет какой-то? Да, он фиговый. Плохо видно было. Ну, а ты старое это не можешь показать? Вот то, я не помню, в прошлом году? В прошлом году осенью. Осенью, да. Да. А я ты это стер, что? Не, оно в Ютубе там где-то есть. В Ютубе? Угу. А я уж не помню. А там я что там у себя в берлоге говорил? Кильку ты ел там. А, да, черный хлеб, кильку. И 3 топора. Да, и 3 топора. Да. Было дело. Космос там где-то лазит на улице. А космос, да, он кругами ходит. Больше никого нет. А это... Машки нету. Не, она на десятке катается. Понятно. Еще не проснулись. Да. Ну, я помню. Хотя обычно в такое время не читал. Нет, тут сейчас никого. Они у Халяник с утра оставили. Мужики, мы не оставляем, он оставили. Халяник. Газеты? Да. Я убирать не буду за них. Я не шнырь, чтобы им убирать. Я мужик. Так что. Давай собирайся, чипа. На работу. На работу. На работу. Помылся. Нихуя не. Сходи в пену хоть смой, ёб твою мать. И руки в пене. Ты чё, ёб. Руки в крови, блин. Костян, иди умойся. Да нахуй надо. Нахуй надо. Иди хоть руки пену смой, я твой, блядь. Он с лица, с шеи в пене. Кисть лица не пить. Вот он где уже. Все, чеку-пеку намыл. Клет сюда шел бы быть. С его номера звонил. Есть морда у тебя в этом, в пене. Все, побрился, намылся. Да, он легкий, при этом хочется. Рукой хоть расчеши. Рад тебя слышать, воздух. Олимпийк в одень, это замерзнет. Твои Бухай. Так, ну и пока у нас там Костян спит, иду на рынок, куплю ему телефон. Телефон, а, еще сим-карту не забыть надо восстановить. Симка на меня оформлена. Ну, заодно посмотрю тут бандитов наших. Утром я их видел, бомжика видел с космосом. Космосу я кроссовки нашел. Не знаю, когда ему их отдать. Какому приурочить этому празднику. А, вот космос, кстати, спит.
Да, ну купил вот такой LG-шечку. Не конченый, вроде реагирует и зарядку. Подарок черный. Сейчас идем восстановим симку. Так, ну все. Основную массу мы сегодня увидели. Ребят, всех проверили. Черный мы телефон купили. А, здесь я сейчас еще увидел Аслана. Любку. О, волчара, ёб твою мать. Ой, это, блядь. Куда, блядь, идёте, на? Вот, блядь, увидел. Ёбана, блядь. Морда, май дарлинг, ёбте. Ёбтель-мобте. Ксюшка, не забыла 1 числа паспорт получать? Не забыла. А что у тебя там в пакете? А что у тебя в пакетике там вкусного? Сало. Сало? Так. Ну вот, ребята, сейчас они где-то нашли телефон вчера. Сейчас, если дороже 1000 продадут, пусть продают. Если не продадут, я у них куплю. Будет у меня. Чтоб в прямом эфире не заебывали меня звонками. Так, ну ладно, с телефоном не получилось. Ребята продали его за двушку. Вот Костин телефончик. Где он тут включается? Все, сим-карту я вставил. Он на связи. Все, отдыхает человек. Все, всем всех благ. Всего хорошего. Погодка сегодня шепчет в Москве. Подпишитесь на канал, ребята. Пишите комментарии. Сегодня вечером прямой эфир. Не забываем.